хочу вот, значит, поделить женское счастье с патифилум. Понимаете, почему? Потому что вот он густой, в таком горшочке сидит. Посмотрите, что там делается. Я хочу его разделить. Вот. И чтобы разделить, мне его нужно просто вывалить из горшка, конечно же. Что я это сейчас и сделаю. И вам покажу, что же там происходит. Друзья мои, ну посмотрите, что происходит. Вы видите, что делается? Тут комок. Такой комок. Я вот сейчас его вот так попробую раскачать. Да? Чтобы, ну, все-таки не повредить корневую, просто раскачать, чтобы корешочки все-таки, ну, мало-мальски остались целенькими, хоть чуть-чуть. И разделить все-таки это все на несколько частей. Ну, во-первых, потому что она пойдет вся эта же земелька, потому что это свежая земелька. Можно добавить тут немножко другой земельки. Но вот такое же дело не пойдет. Ну куда это дело годится? Вы посмотрите. Ну как ему расти? Ну никак, да? Я, друзья мои, сейчас отделю, ну потому что неудобно мне их держать. Не знаю, подставку не принесли. Сейчас пойду принесу подставку, что ли. Друзья мои, ну думаю, вам видно все. Посмотрите, вот, видите, что делается. Обратите внимание. Вот мне хочется разделить их. Разделить. Сейчас я попробую, конечно, это сделать. Как уж у меня это получится, не знаю. Но попробую. Конечно, без... Вот смотрите, сейчас вам покажу, что здесь делается. Посмотрите. Вот он, видите, сидит паразит. Вот он, это слизень. Вот я когда их принесла с улицы, их было столько много с сада, что я вообще не знала, что делать. Ну, смотрю, пропадает у меня. Думаю, да что ж такое, кто ж их ест? Вот, еще тут, представляете, они эту середку забрались здесь. И, пожалуйста, и жуют все это дело. Вот, надо их тут раздавить, чтобы их там не было. Вот это ж, видите, надо было раньше это сделать. Ну, ничего, я думаю, все это дело мы... Вот надо как-то так поделить. Вот. Я уже, знаете, что думаю? Может, правда, чтобы принести воды? И в воде хорошо-хорошо эти корни вот так. Я раньше так делала. В воду, а потом хорошо-хорошо в воде это промывала, и они сами распадались. Ну, сейчас попробую, друзья. Сейчас попробую в ведре принести водички. Так, друзья, ну, принесла я водички. Сейчас попробуем промыть, как я это делала с другими растениями. Прям вот так окунаем. И промываем корешочки все. Они тогда хорошо будет видно, где тут что. И мы с вами посмотрим, что здесь делается. Во! Видите, какая красота? Вот. И теперь они прекрасно делятся. Посмотрите, какая красота. Тут их вот получается сколько. Просто замечательно. Вот так. Посмотрите, какая прелесть, а? Вот таким образом. Можно еще прям помыть. Хорошенько. Спутались прям корни. Мы их не будем уж сильно по одному делить, конечно. Вот. Ну, на 3-4 части разделим. 3-4 части, и нам будет достаточно. Вот, посмотрите, видите, что делается? Спутались корешочки. Вот, пожалуйста, видите, что получается? Вот, вот такой вот. Вот, один. Сейчас еще. И вот как раз мы тут видим, есть тут еще вредители или нет. Вот надо мыть хорошенько, тогда они будут хорошо разделяться. И все целенькие корешочки у нас получаются, понятно? Не порватые, замечательные просто. Вот, как хорошо еще в теплице тепло, можно в теплице работать. Не нужно в доме это делать, грязь эту разводить. Вот здесь можно не бояться, что просыпется что-то. Так что вот такие дела. Вот таким образом, друзья. Вот еще один. Тут их можно разделить прямо на несколько штук. Понятно? Ну, мне просто ставить их некуда, эти все. Вот. И вот представьте, можно оборвать все эти негодные листья, которые вот гнилые там, сухие. Ну, давайте я поделю их. Вот.
Сейчас посмотрим, насколько можно их разделить. Вот. Чтобы все-таки кустики были пышненькие, не то, что там прям совсем уж. Представьте себе 8 кустиков. Вот такая красота. Да? Вот. Сейчас я их все рассажу. Пока я их оставлю в теплице. Пока нет заморозков, ничего. Вот таким образом сейчас обрежу им корни. Сейчас принесу ножницы, обрежу корни. Так, друзья, принесла я ножнички. Сейчас я их просто подрежу. Вот так они все вместе у меня, да? Я им сейчас подрежу корешочки. Ножничками. Вот таким образом. Вот и все. Во, видите? Можно выкинуть, ножнички убрать. Теперь, друзья мои, я буду набирать в горшочки земли. Я вот принесла вот такие горшочки, у меня их буду ставить вот таким образом. Вот. И водичка, которая лишняя, будет стекать. И ничего страшного не будет. Так. Сильно много земли насыпать не буду пока. Нам надо, чтобы они продержались до весны. Итак, вот розеточка. Мы ее сейчас сажаем. Нам надо бы, чтобы в середочку прямо она попала. И чтобы корешочки наши, не знаю, видно вам, вот таким образом заглублять нельзя это все дело. Этой же земелькой, друзья, земелька очень хорошая эта. Они еще не успели и освоить ее даже толком. Вот, пускай пойдет эта земелька. Нам самое главное, чтобы они немножко заполонили свой этот самый. Ну, потом я помою все эти. Хотя можно сразу помыть я горшочек, собственно говоря. Ой, грязный, надо чистую водичку принести. Так, ну ладно, я пойду принесу чистую водичку, наверное, или уж потом. Пускай посажу, потом уже буду. Наверное, вот так немножко насыпать в земельке. Ставить корешочек сюда. Наверное, вот так можно делать. Вот. Так, все вот эти лишние можно удалить. Ну, я хочу сказать, что вот из этих листиков, из старых, пойдут новые листочки. Но вот которые уж слишком страшные, я их удалю вот таким образом. Ничего страшного. Все, они заново обрастут. Вот. Посмотрите, вот видите, как получается. Вот поставила и обсыпаю. Вот таким образом, друзья. Потом чистенькой водичкой сверху полью, чтобы все-таки кустик был чистенький, а то грязный куст. Во! Видите, как получается. Хватит. И как раз вот в этот горшочек, вот так, он будет становиться. Вот. Вот еще. Итак, друзья, я пересадила все спатифилумы.
Вот, видите, как получилось у меня. 8 штук, да? Пересадила все колеусы. Посмотрите, сколько у меня их вышло. Так, даже не считала. 2, 4, 6, 8, 10 штук получилось колеусов, друзья. Друзья мои, ну, конечно, я не смогу себя дома поставить. Ну, у меня есть дочь, у нее нету столько цветов, сколько у меня. Я думаю, она возьмет вот эти большие, эти колеусы, потому что, ну, очень уж они красивые. Я думаю, она согласится взять их к себе домой. У нее большие комнаты, там есть где ставить цветы. Вот, так что, я думаю, не только колеусы она согласится. Вот у меня еще, видите, обрезать надо будет и отдать ей вот эти пеларгошки. Вот. Она все время отказывается. Не хочу, не хочу. Но вы знаете, друзья мои, я всегда уговариваю ее. Я ей говорю, ну понимаешь ты, чистый воздух в комнате, свежий, цветочки. Красота ведь, да?